Волонтерская Тимуровским форумом сегодня стартовала штогодовая областная доброчинная акция «Цуды на каляды». Ее совместно проводят БРСМ и пионерская организация. Удельники форума презентовали свои инициативы и обмерковали питание развития доброчинного руху на наступный год. Лепшие отрады доброохотников отримали грамоты и подарунки. У завершении форума волонтеры дали старт доброчинной акции «Цуды на каляды», до якой, до речи, может долучиться кожны. У рамках акции волонтерские отрады усталюют у своих первичных организациях и буйных гандлевых центрах в области елки добра. Каля их будет организован сбор подарунков. Будут ладиться и святочные программы для детей. Наша благотворительная акция ежегодно проходит до 7 января. Мы выбираем социальное учреждение, которое сможем оказать финансовую поддержку. В этом году выбран Улуковский вспомогательный дом-интернат. Мы очень надеемся, что наши волонтеры и тимуровцы помогут нашему социальному учреждению и окажут нужную поддержку.